Эту проповедь я назвал «Карта сокровищ». Чуть позже вы поймете, почему. Анонс я начал писать с такой фразы «Любовь, запятая, как это работает?». Знаете, часто люди спрашивают, как понять любовь, что такое любовь, как не промахнуться. Также в анонсе я написал, что для нас слово или выражение «я люблю» оно стало относиться к абсолютно разным процессам. Мы можем сказать «я люблю бифштекс», «я люблю гулять по улице» и так далее. Но когда дело касается серьезных вопросов, таких как семья, призвание, нам бы хотелось, чтобы слово «я люблю» было не каким-то затертым, банальным, обычным, а чтобы в этом слове, в этом выражении мы могли иметь какую-то надежность, основательность. Итак, сегодня мы с вами поговорим на тему любви, и начну я с того, какой тест может помочь нам понять, а любовь ли это с нашей стороны к кому-то, или когда нам кто-то говорит, сейчас, наверное, больше, конечно, я обращаюсь к тем, кто не замужний, не женатый, готовится к этому, или, может, какие-то попытки даже были, но не дошли до определенных финальных этапов. Но это касается не только семьи, также это касается и дружбы, также это касается и призвания, потому что в призвании без любви к Богу невозможно. Если ты не любишь Бога, твое призвание, оно обречено, оно будет эмоциональным, поверхностным. Итак, какой тест может помочь нам понять чувства, которые нам выражают, имеет ли достаточно в себе здоровья и потенциала для долголетия? Не умрет ли оно через неделю или через месяц? Доживет ли оно до определенных каких-то дат, более серьезных, которые мы уже потом даже празднуем? Итак, послание Галатам, 5 глава, 22-23 стих. Апостол Павел говорит: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона». Первый тест, который я бы предложил как основной для проверки наших чувств или того чувства, которое выражают нам, желая нас ввести в завет, это что вместе с этим чувством приходит. Когда человек говорит «я люблю», любовь никогда не бывает одинока. Любовь, как чувство, всегда имеет совокупность других чувств. И от палитры этих чувств можно определить, любовь является ли то, что побуждает человека, или это что-то поверхностное, эмоциональное, не имеющее в себе корня. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Когда мы говорим о таких характеристиках, их много, но корень этих характеристик один – это плод Духа. То есть, когда мы говорим о любви, как о чувствах, как о том, что побуждает двоих, если мы говорим о семье, заключить самый глубокий союз, который может быть на земле между людьми, то это чувство – это вопрос, который рождается в нашем духе. И этот вопрос, он с собой вместе привлекает как бы помощников, которые в разные периоды жизни восполняют именно те потребности души, нашей личности, которые возникают. Потому что, когда мы говорим «я люблю», но при этом нету радости, ну, вопрос возникает. Если любовь без радости, то что это за любовь? А дальше мы с вами читаем «мир». Когда мы говорим о любви и не говорим о мире, то есть о внутреннем состоянии, которое получает удовлетворение, то это тоже что-то не то с любовью. Дальше здесь говорится «долготерпение». Ну, в определенные эпизоды вы поймете, что любовь без терпения не бывает, что есть периоды жизни, когда терпение определяет любовь.
способность проходить какие-то непростые обстоятельства, благость, милосердие, вера или как доверие, кротость, воздержание или самообладание. Вот когда мы говорим о любви и хотим проверить, а на самом ли деле это любовь, надо посмотреть на сопутствующие чувства. Приходят ли вместе вот с тем, что мы определяем как любовь, вот эти сопутствующие чувства внутри завета, который мы желаем обрести. Поэтому, когда молодые приходят ко мне и просят благословения, я всегда прошу, чтобы взяли время. Я прошу, чтобы это было минимум 3 месяца. И чтобы эти 3 месяца они не признавались друг другу в любви. Чтобы они поставили табу на это слово. Чтобы 3 месяца они могли встречаться в общественных местах, иметь общение. И это общение помогало бы им узнавать друг друга, их вкусы, их нравы, их воспитание, их интересы, их мечты. И через 3 месяца, когда они увидят, что не то чтобы их совместимость, но то, что их общение приносит, помимо первого слова «любовь», это общение приносит им радость, это общение приносит им мир. Они, оказывается, способны даже в каких-то моментах, когда они не согласны друг с другом, преодолевать это с терпением. Они способны к благости, то есть к добрым делам. Они способны к тому, что здесь описывается как плод Духа. И если двое на протяжении времени наблюдают и обнаруживают в себе, что то, что они первоначально хотели провозгласить как любовь, имеет сопутствие, то я бы советовал им сначала иметь это испытание, а потом уже определять, на самом ли деле это любовь. Я, к сожалению, как пастор, видел 2 прекрасных девушка, молодой человек, верующие, хорошие верующие. Они уже провозгласили друг другу любовь, а через неделю они начинают ругаться. Такое чувство, что они, я не знаю, сколько лет уже вместе прожили. И ты разговариваешь с ними, как... Вы еще месяца не общаетесь, а вы уже терпеть друг друга не можете. И вы мне объясняете, что между вами любовь. На мой взгляд, вы поторопились в ваших заявлениях, потому что любовь не приходит одинокой. Она влечет с собой эти чувства, которые также рождены от корня, который мы определяем как дух человека. В нас, как в личности, произрастает одновременно 2 дерева. Ну, если мы аллегорично сравним свою жизнь с садом, то в нашей жизни одновременно возрастают 2 дерева. 2 дерева. Первое дерево – это дерево плоти, и оно тоже приносит. У нас не было сегодня времени прочитать плоды плоти, они тоже есть. И вот это дерево возрастает. Это дерево, если его брать из книги «Бытие», как смертное, или приносящее смерть, дерево познания добра и зла. Это опытный путь, где мы пытаемся все попробовать и, пропуская через себя, определить, что доброе, что хорошее. Это путь, на котором мы не доверяем Божьему Слову, где мы опровергаем Его заявления. Это путь, где мы все пытаемся пропустить через себя. Это дерево плоти. То есть мы что-то попробовали, нам не понравилось, мы снова что-то пробуем, нравится и так далее. И это корнями дерево уходит в плоть. Другое дерево – это дерево духа, которое определяет вечность. И в Библии оно определяется как дерево жизни. Когда мы встаем на этот путь развития и своих инвестиций в дерево жизни, тогда на этом пути проявляется вера, на этом пути проявляется твердость по отношению к Божьим обетованиям, Слово Божье возрастает. И это одновременно находится в нас. Это не то, чтобы мы раздвоились. Наша личность, она в этом плане имеет в себе ресурс, как плотской, так и духовный.
И оба эти дерева, они питаются от нашего внимания и выбора. Наше внимание и выбор создают определенную атмосферу души. А она, в свою очередь, начинает подпитывать или дерево плоти и подталкивает нас. Тебе пора попробовать, тебе необходим алкоголь, тебе необходим секс, тебе необходимо то, другое, тебе нужно это пропустить через себя. И атмосфера души подталкивает человека к тому, чтобы он шел этим опытным путем познания добра и зла. Если же атмосфера, которая в нас, она развивает духовное дерево, то тогда дерево Духа и плод Духа, он возрастает в нас. Как это определить? Просто. Жизненные обстоятельства, которые приходят как в семью, в отношении двоих людей, так и вообще в жизни, эти жизненные обстоятельства, они, можно сказать, как питательная среда или питательное вещество для корневой системы этих деревьев. И вот когда жизненные обстоятельства приходят к нам, они же не выбирают дерево, или дерево плоти, или дерево духа, они просто приходят к нам. Но именно то дерево, которое более развито, более сильное, оно впитывает в себя больше информации, оно прорабатывает и выдает то, что оно может выдать в более зрелом состоянии, чем другое дерево. Поэтому, когда мы смотрим на нашу личность и на эти два дерева, дерево познания, почему один человек так легко поддается искушению? Его так легко толкнуть на какое-то согрешение. А другой человек, он стоит стойко, у него вырабатывается как будто какой-то иммунитет против этого всего. На самом деле, не в том вопрос, кто более сильный и кто более слабый. Вопрос в другом. Когда жизненные обстоятельства, когда искушения, испытания и другие процессы приходят к нам, к этому моменту, какое дерево жизни обрело силу? Какое как бы забрало вот это жизненное обстоятельство? Мы много раз приводим хорошие истории из Деяний апостолов. Одна из них, и достаточно часто употребляемая, это апостол Павел, которого избили, бросили в темницу, во внутреннюю заковали. И что он там делает? Он поет Богу, он прославляет Бога. А ведь это очень непростые жизненные обстоятельства. А если бы в нашей жизни такое произошло, какой бы плод произвело такое действие по отношению к нам? Начали ли мы бы петь и славить Бога, или, возможно, в нашей личности другое дерево бы забрало эту информацию и преподало нам бы другой плод и другое действие? Так бывает и в семье. Когда двое человек живут вместе, и происходят какие-то процессы, какие-то ситуации, и через это видно, что в человеке происходит. Какое в нем дерево преобладает, плотское или духовное? Какой плод приносится там? Более сильное дерево, которая более развитая, вбирает в себя больше поступившей информации, дает более сильный плод, который отличается от другого своей зрелостью, благоуханием, становится предпочтительным. Это то, что происходит с нашей личностью, когда мы сталкиваемся с какими-то процессами, ситуациями, как мы реагируем, очень часто зависит от того, какой плод проявляется. Для того, чтобы наша атмосфера, она была правильной, я назвал такой вот подтекст «Преобразующая атмосфера благодати». Когда мы говорим о атмосфере души, очень важно увидеть, чем наша душа выстраивает атмосферу внутри нас. Ведь есть атмосфера, в которой деревья просто не растут. Если там не создана правильная атмосфера, они не смогут выжить там, если там недостаточно температуры или влажности и так далее. Определенная атмосфера позволяет расти определенным деревьям. Вот когда мы говорим о дереве духа,
И о тех плодах, о которых мы выше говорили, у него должна быть определенная атмосфера. И вот эта атмосфера благодати, она в простых вещах. Но эти простые, такие знакомые вещи почему-то так трудно нами исполняются. И первое, что необходимо, это пребывание в Слове. Пребывание в Слове. Пребывание в Слове – это не просто чтение Библии. Это атмосфера смирения. Ведь пока человек был в атмосфере Божьего Слова, он был счастлив, он был обеспечен, он имел отношение с Богом, и он мог жить вечно. Когда он вышел из атмосферы Слова, он нарушил Божье Слово, он вышел из этой атмосферы смирения, то плод запретный стал для него притягательный, и в результате он потерял то, что он имел. Пребывание в Слове – это не просто заучивание и чтение, это буквально покорение себя Божьему Слову. В ней, в этой атмосфере открывается богодухновенность Божьего Слова, осознание мироздания и сила благодати. Это все открывается нам, когда мы пребываем в Слове. Так написано, апостол Петр говорил, что Писание было написано не по воле человеческой, но по изволению Духа Святого, поэтому оно имеет богодухновенность. Когда в другом месте он говорил, что Словом Божьим стоит, и пока Слово Божье держит, сотворенное им же, это все держится. Поэтому пребывание в Слове – это атмосфера смирения нашего сердца, когда мы способны не просто открыть Библию утром или вечером, прочитать несколько строк, стихов или глав, а это способность почитать Божье Слово, ценить Божье Слово, соглашаться с Божьим Словом, что оно есть истина. Второе, что необходимо нам для преобразующей атмосферы благодати, это пребывание в молитве. Пребывание в молитве – это не только перечисление наших нужд и потребностей, а это атмосфера доверия Богу. Молитва, в первую очередь, это выражение доверия человека к тому, кого он не видит, но в кого он верует. Поэтому, когда мы говорим о атмосфере молитвенной жизни, это атмосфера доверия, в ней открывается вера, способная передвигать горы, побеждать бесплодие, смерть. Там, где приходит то, что приходит к нам сквозь невозможное и дает нам способность всегда оставаться победителями, это то, что происходит в атмосфере молитвы. Когда мы погружаем себя в эту атмосферу, когда мы доверяем Богу, наша молитва в том, что мы говорим: «Бог, я реально верю, Ты есть, и ищущим Тебя Ты воздаешь». Это момент, когда мы определяем наши усилия недостаточными по обеспечению жизнеспособности как нашей жизни, так и семьи. И третье, важная атмосфера – или то, что созидает атмосферу, это пребывание в общении. Пребывание в общении – это атмосфера открытости, когда мы не прячемся, когда мы способны поговорить даже на самые болезненные темы. Это говорит о том, когда написано, когда мы ходим в общении, мы что? Мы ходим во свете. Это способность принимать и способность открывать. Если мы говорим о отношении с Богом, это атмосфера, в которой есть откровение, взаимодействие даров Святого Духа, взаимодействие талантов человеческих. Это место, где из-за завесы приходит то, что нам умом человеческим не понять и не проникнуть. Но это происходит только через общение. Поэтому, когда Павел наставлял церковь, он говорит: «И общение Духа Святого со всеми вами». И вот эти три простые вещи, они созидают атмосферу, внутри которой при их совокупности получается благоприятная возможность и повышается способность духовного дерева расти, развиваться и быть сильным. То есть это та атмосфера, в которой наш дух начинает прогрессировать.
Его корневая система начинает заполнять разные области нашей жизни. Ведь если бы каждая семья уделяла достаточно внимания тому, чтобы пребывать в Слове, то есть соглашаться со Словом, жена соглашается со Словом, муж соглашается со Словом, дети соглашаются со Словом, родители соглашаются со Словом. Когда мы соглашаемся со Словом, это рождает атмосферу. Если каждая семья будет пребывать в молитве, в доверии Богу, и она будет развивать, полагаясь не на свои усилия и способности, а молиться друг за друга, ходатайствовать и представлять друг друга Богу как ценность и тех, которых достойны, чтобы Бог благословил. И если в семье будет общение, если будет открытость, если будет способность говорить на самые сложные темы и при этом сохранять глубокие чувства по отношению друг к другу, в такой семье обязательно будет прогрессировать духовное дерево, которое будет приносить свой плод, и любовь будет на первом месте стоять. Я бы сказал, что в такой атмосфере способность любить становится простой. Когда люди говорят, сложно любить, я соглашусь, любить сложно. Если твоя любовь помещена в неправильную атмосферу. Вы знаете, в агрессивной атмосфере вообще выжить сложно. И природа показывает это. Если природные аномалии происходят, атмосфера меняется, тяжело выжить всему живому. Но если все благополучно, то это не тяжело. Когда мы говорим о любви, много раз написано, что любовь, она не отменяет закон или моральные принципы, но она делает нас способными легко их исполнять. Когда человек говорит «я тебя люблю» и побуждает тебя переступить через Божье Слово или через какие-то моральные принципы, и он говорит «если ты меня любишь, то ты это сделаешь», это не значит любовь. Любовь не нарушает закон. Наоборот, написано, любящий другого, что исполнил закон, потому что на первое место ставит не себя, не эгоизм, а чувства и намерения другого человека для него более важны. Поэтому, когда мы говорим о тесте для любви, очень важно видеть, что любовь сама по себе, она никогда не является правонарушителем. И если человек, прикрываясь словом «любовь» пытается сделать нас правонарушителем, значит, в этой любви что-то не так. С этой любви там нету как минимум того плода, который написано «воздержание», то есть самообладание. Если человек не имеет самообладания и в семье делает, как ему кажется, все, что он хочет, воспитание детей, в отношении между супругами, воспитание с родителями. Если вы меня любите, вы мне должны. Нет, никто не должен. Любовь не определяет должников. Любовь определяет даяние. Итак, любовь не отменяет законы и моральные принципы, но наоборот делает нас способными легко их исполнять. Можно сказать, что в состоянии любви исполнение закона становится естественным. И если бы мы вернулись к тем первым трем признакам или трем принципам пребывания в слове, пребывания в молитве, пребывания в общении, для тех, кто думает, что это слишком просто, ну подумайте о том, что для того, чтобы вам жить, ну давайте возьмем первые на ум приходящие три принципа. Вам нужно дышать, вам нужно есть, вам нужно пить. Разве это не банально? Но от того, что это банально, вы что, перестаете это делать? Убежден, все сегодня покушали, и точно вы дышите, хоть и через маску, и точно вы пьете. Это жизненно необходимо, хоть и банально. Поэтому, когда люди пытаются христианские ценности поставить на платформу банально и словом банально придавить и задавить их в какую-то шкатулку необязательности, это глупо. Это жизненно необходимо. Ну, давайте вернемся к любви.
И прочитаем послание Ефесянам, 3 главу, 16-21 стих. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божией. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Давайте вот над этими некоторыми фразами задумаемся и остановимся. Согласно этому заявлению апостола Павла, углубление и укоренение в любви открывает доступ к тому, что лежит за границей нашего представления о успехе и благополучии. Давайте я еще раз это повторю. По словам апостола Павла, он предполагает, что если мы будем углубляться и укореняться в любовь, тогда для нас откроется то, что нам не может быть открыто в состоянии отсутствия этого углубления. Или, можно так сказать, мы этого даже и не знаем и не разумеем, потому что мы еще не узнали, что такое любовь. Когда мы рассуждаем с вами о любви, это очень важно держать перед своими глазами, потому что это невозможно приобрести опытным путем. Чаще всего в наших молитвах, почему Павел говорит, он может несравненно больше всего, чего мы просим. И мы как думаем, что это значит для большинства из нас, и для меня в том числе, скорее всего. Могу честно сказать, когда я так думал, я думал, если я прошу, ну, к примеру, 100 рублей, он может несравненно больше, он может дать мне 1000 рублей. Но по сути то, что говорит апостол Павел, он говорит более глубокие вещи. Он имеет в виду, что то, что мы просим, а он, Бог, может сделать несравненно больше, это значит, что наши ценности лежат в платформе более низких возможностей, чем Бог желает нам открыть. То есть мы его просим о каких-то возможностях, но если мы укоренимся и углубимся в любовь, он сможет открыть нам то, что мы даже не предполагали как определенный ресурс для нашего развития. Новые чувства, новые возможности, новые приоритеты. Итак, когда мы углубляемся в любовь, мы можем получить то, что по-другому, как только через любовь, мы получить в принципе не сможем. Я что-то забыл, и сейчас я вернусь к этому, потому что у меня есть некоторые напоминания. Да. Еще важное замечание, которое я бы хотел, возвращаясь к нашему выбору и выстраиванию атмосферы, сделать вот в чем. Когда мы говорим, что от нашего выбора зависит атмосфера, и в результате этой атмосферы рост дерева, плод, вернемся в послание Галатам, 5 глава, 16-17 стих. Апостол Павел говорит так. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». И когда мы говорим о плоде, как выборе в нашей жизни, то есть определенные ограничения и определенные возможности. Если мы имеем в своем распоряжении как желание плод плоти, то вот с плодом плоти, которое описано там же в послании Галатам, мы не можем достигнуть духовных ценностей или духовного плода. То есть, если мы будем постоянно себя поощрять в плотской жизни и при этом желать достижения духовных ценностей, то, по сути, это невозможно.
Давайте проиллюстрируем это из книги «Бытие». Когда человек взял от плода познания добра и зла, от плотского дерева, он стал инфицирован смертью. В результате ему был закрыт путь к дереву жизни. Вот когда мы живем по плоти и при этом хотим иметь любовь, я вам скажу, это практически невозможно. Нам нужен другой выбор. Нам нужен выбор дерева, которое мы определили как дух, и его плоды. Галатам 5:16 еще раз повторю. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Оказывается, борьба с плотскими искушениями, которые восстают на душу, а также это в семье, это гнев, это зависть, это ненависть, это блуд и так далее. В Галатам там перечисляется весь этот плод. Оказывается, с ним бороться гораздо легче, чем нам кажется. И это борьба в вопросе выбора. Если ты выбираешь плод духа, то ты не будешь исполнять вожделение плоти. То есть сам этот плод или само это дерево, оно позволяет тебе отказываться. То есть оно преобразует наше восприятие жизни. И когда происходит этот выбор, это происходит через наше мышление. Поэтому в Библии есть два основных понятия – обновленный ум или превратный ум. Вот два мышления, которые делают выбор. Обновленный ум, он стремится к плоду духа, и характеристики этого плода влекут и тянут его. Превратный ум, он тянется к плоду плоти, и он влечет его. Поэтому, когда апостол Петр, например, сравнивает возвращение человека к прежнему образу жизни в грехах, он сравнивает и говорит, как вымытая свинья идет валяться в грязи, и как пес возвращается на блевотину, так подобно и эти люди. То есть, когда мышление у человека превратное, то характеристики плотского плода его притягивают, они манят его. Но если у него обновленное мышление, то он смотрит на это как на отвратительную блевотину или грязь. Поэтому вопрос развития нашего мышления очень важен также в выборе плода. И в данном случае вот эта корневая система деревьев, она подобна фильтру с эффектом обогащения. То есть, если мы говорим о дереве духа, который имеет свою корневую систему, и дерево плоти, которое имеет свою корневую систему в нашей душе, как я выше говорил, когда приходят какие-то жизненные обстоятельства, вот эти вот корни, впитывая в себя, они что-то отделяют, не допускают, и что-то обогащают или усиливают. Вот когда плотская реакция, заметьте, что происходит. Ситуация какая-то, бытовая ситуация дома. И если в твоей жизни развито плотское дерево, корневая система его сильная, как происходит? Эта ситуация высвечивается для тебя определенным образом. То есть корневая система дерева плоти не допускает ничего доброго, ничего хорошего. Она сразу это отфильтровывает в этой ситуации. Она показывает, он тебя хочет обидеть, она тебя хочет унизить. То есть до нашего сердца уже доходит та вода, та питательная среда, которая отфильтрована этими корневой системой и еще усилена, обогащена ими. И напротив, если мы говорим о дереве духа точно так же, то там отфильтровывается и обогащаются другие процессы. Вот это я вспомнил, вернулся, и давайте вернемся к нашему углублению в любви и способности через это достигать того, что мы не знаем и не способны даже понять, пока мы в любовь не углубимся. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 9-11 стих. «Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи.
Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. И здесь снова вот такая формулировка апостола Павла. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог кому? Любящим его». Когда мы рассуждаем вот над этим, над этой способностью нашего духа или дерева нашего духа, потому что там дальше говорится именно о духе, то оказывается, что позволяя этой корневой системе разрастаться в нашей личности, занимая область финансов, область отношений, область дружбы и так далее, когда эта система корневая развивается и дерево возрастает, тогда мы становимся способны узнать то, что без Бога узнать невозможно. Нам открываются новые грани нашего творения. То есть буквально мы открываем в себе что-то новое. Ветхое прошло, теперь все новое. В другом месте написано: «Господь творит все новое». Когда мы углубляемся и укореняемся в любви и позволяем дереву нашего духа разрастаться и создаем необходимую для этого атмосферу, тогда Господь открывает сокровища, которые в недрах нашей личности, потенциал эмоций, чувств, способностей, которые мы даже не могли себе представить, чтобы их осмыслить и включить в ресурсы для достижения видения жизненной цели. То есть, когда мы беремся за какой-то проект, особенно за проект семьи, многие останавливаются сегодня, потому что они не видят необходимых ресурсов. Когда мы хотим сделать какие-то перемены, когда мы ждем кто-то рождения ребенка или возрастания ребенка или еще чего-то, мы подходим с определенными ресурсами, и нам кажется, этих ресурсов недостаточно, чтобы пройти этот путь или исполнить волю Божью. Но именно укоренение, углубление в любви, а также развитие нашего духа позволяет нам в определенный момент, когда мы подходим к этим событиям, Бог открывает в нас новые ресурсы. Бог обогащает нас этим плодом, который дает нам силы и способности достигнуть того, что положено для нашей жизни, для нашей судьбы. Поэтому, когда мы входим в такие взаимоотношения с Господом через наш дух, мы не боимся, мы способны победить страх. Послание к евреям, 10 глава, 19-23 стих. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, креплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистой, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». И здесь говорится о дерзновении, о способности входить в это святилище. Или другими словами, когда мы подходим к каким-то процессам заветным или трудным, сложным процессам нашей жизни, и нам страшно, и некоторые откатываются назад, и так и не входят в полноту воли Божьей, потому что им не хватает дерзновения. Они ориентированы только на то, что имеют сегодня, и не понимают, что за порогом есть сокровища, которые способны оплатить то, куда ты идешь. В них достаточно ресурсов, поэтому, когда сегодня молодые боятся вступать в брак из-за того, что они видят только ресурсы сегодняшнего дня, я хочу вас вдохновить, не бойтесь, если вы тест прошли первичный, который я уже говорил, не надо бояться. Конечно, у вас будут скорби. Конечно, будут времена тесноты, конечно, будут времена недостатки, но на всех этих процессах будут определенные сокровища. Поэтому я назвал эту проповедь «Карта сокровищ». Когда ты пойдешь по жизни,
в тех отношениях, которые Бог открывает тебе. Будут периоды, когда Господь будет помогать тебе находить эти сокровища для процессов, для приобретений. И они отмечены на схеме твоей жизни. И Дух Святой тебя подведет к этим местам, где тебе нужно будет углубиться, где тебе нужно будет укорениться, где тебе нужно будет остановиться. Потому что там будет то сокровище, то новое чувство, то новое переживание, тот новый плод, который даст тебе силы достигнуть, не сдаться, дойти. Завершая прославление, можете присоединиться ко мне. Я хочу еще дать вам одну аллегорию, еще один образ из книги «Откровение», 22 глава, 1-2 стих. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, среди улицы Его и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов». И мы знаем, что это то, что видел в Откровении Иоанн, апостол, и это то, что ждет в будущем. Но если говорить о образе сегодня нашей жизни, то мы внутри себя имеем этот плод Духа, это дерево Духа, способное, 12 число полноты, число завершенности. То есть это дерево способно быть ответом на абсолютно любую эпоху твоей жизни. И оно, имея один и тот же корень, это удивительно само по себе. Потому что в этом мире, если дерево имеет корень, то оно приносит только один плод, определяющийся по ее корню, по его корню. А это дерево, оно реагирует на эпоху, на процесс, на состояние и дает тот плод, который тебе необходим именно в эту эпоху. Цель моя, верю от Духа Святого, этой проповеди была вдохновить, развивать дерево жизни внутри нас. В нем есть потенциал решить абсолютно любые проблемы твоей жизни. В нем есть потенциал не просто решить проблемы, а принести тебе удовольствие в абсолютно разные периоды и эпохи. Если мы вспоминаем апостола Павла, он говорит: «Я научился быть довольным среди бедности и среди изобилия». Как это возможно? Ну, среди изобилия понятно, но как среди бедности? И это не от Павла, а это от Духа Божьего, который приходит через наш дух, произвращая плод, необходимый для этого сезона, что ты, проходя сквозь узкие обстоятельства жизни, остаешься счастливым. Очень важно нам развивать дух. Вспоминая начало нашего служения, как и многие люди в 90-е, мы проходили очень скудные времена. Было мало ресурсов, которые могли бы нас, скажем, радовать, как радуют сегодня. Но от этого радость не становилась тогда меньше. В каких-то периодах она даже, может быть, была чем-то и острее. В тех сугубых обстоятельствах был другой плод, который питал нашу душу. Мы были молоды. Нам было чуть больше 20. Сегодня около 50. И кто сегодня около 20, смотрит на тех, кому около 50, думает: как ты еще можешь от жизни радоваться? Если ты дойдешь до этого возраста и сохранишь дерево Духа, и не срубишь его на пути, ты узнаешь, что каждый эпизод твоей жизни будет возрастать плод, который будет давать тебе глубочайшее удовлетворение, благословение, радость и ощущение успеха в любых периодах твоей жизни. Поэтому мы побеждаем страх. Мы не принадлежим страху. Мы победили страх. У нас есть Господь. У нас есть Святой Дух. Да, сегодня непростое время и для церкви, и для людей, но и в этот период есть плод, который способен
удовлетворяет нас. И уже нет времени говорить о листьях, которые исцеляют народы, что это дерево, имея разные, в разные эпохи разные плоды, имеет всегда одни и те же листья, которые исцеляют. Дерево жизни имеет листья, которые врачуют любую болезнь твоей души. Они способны исцелить любые раны.